Всем привет! Вы на канале Арт Натали, и сегодня я рассказываю, как рисовала портрет девушки. Рисовала под заказ на формате А4 простым карандашом. Начинаем, как всегда, с построения на маленьком формате. Беру формат А4 и начинаю поиск композиции. Горизонтальный и вертикальный формат. Смотрю, что интереснее, что будет получше. Сразу распределяю светотеневые участки. И как интереснее расположить волосы, прическу красиво сделать. Определилась с форматом вертикальным. Наклон головы и волосы справа. Намечаю все по тем же направлениям, проверяю, как и в эскизе, и переношу те же линии на свой портрет. Все линии построения намечаю карандашом. Намечаю линию глаз, линию носа, губ. Подробнее о построении можно будет посмотреть в моем видео, которое вы видите на экране. А сейчас можно проследить процесс работы.
Вот такой получился результат в конце. Результатом девушка осталась довольна, поэтому мне очень приятно. Все получилось красиво и правдоподобно, поэтому я тоже очень довольна. Если понравилось видео, подписываемся на канал, ставим лайки и спасибо за просмотр.